Уважаемые дамы и господа, сегодня я хочу обратить ваше внимание на замечательного предшественника всего, что мы пробуем сделать в нашей коллективной работе по живому камню. Мысли подобного рода приходили в голову многим замечательным мыслителям, но я думаю, что едва ли не самое интересное для нас сегодня – это то, что хранится в отчасти уже изданных и известных, отчасти до сих пор еще только изучаемых или разыскиваемых письмах, художественных, прозаических и поэтических текстов великого немецкого раннего романтика Новалеса. Фон Гандерберг, замечательный немецкий поэт и ученый, прожил очень недолгую жизнь, всего 29 неполных лет. За это время он успел подумать и понять очень многое, в том числе он думал напряженно и долго о роли камня в человеческой истории, о роли всего, что связано с камнем, с кристаллизацией, с минералами, с геологией. Я начну, пожалуй, с очень краткого введения историографического, библиографического, просто для тех, кто только начинает знакомиться с Новалесом и с этой эпохой. Это самое начало немецкого романтизма, то время, которое было, по-видимому, наиболее плодотворным для немецкой литературы, отчасти и для немецкой науки, особенно гуманитарной. Я имею в виду создание сравнительной грамматики как науки. Я об этом еще буду говорить, хотя и коротко. Это время, которое связывается, конечно, с именем Новалеса, но и с именами тех, кто его вдохновлял, был отчасти фоном для его работ, но он сам опирался на эти работы. Это Шлегеля, это Тик, о каждом из них можно было бы говорить отдельно. Новалес вложил часть им достигнутого в свой гениальный роман «Генрих фон Офтердинген» и в незаконченную, но изумительную повесть «Ученики в Саисе». Много ценного есть также во фрагментах Новалеса. Сейчас идет очень большая работа по изучению архива Новалеса. Вот я вам покажу только один том. Это второй том из трех сочинений Новалеса. Хорошо для 30-летнего автора, да? Три тома, написанные за 30 лет. Здесь очень интересны его философские сочинения. Это общий термин, который сейчас используется в Новалесоведении. Здесь напечатано впервые многое, расклассифицированное, главным образом по времени, когда Новалес это писал, так что здесь пока еще нужно дополнительную работу произвести, чтобы выделить то, что по смыслу нужно было бы разделить на некоторые части. Так что это только предварительная работа. Но есть также и замечательные труды, которые включают многое написанное Новалесом, как письма к друзьям, его переписка. В частности, вот я очень рекомендую замечательный обзор всего наследия Новалеса, который находится в этой уже сравнительно давно изданной в прошлом столетии книге. Благодаря этим замечательным работам специалистов по Новалесу мы сейчас знаем гораздо больше, чем можно судить только по существующим
русским переводом, поэтому всякий, кто пытается понять роль этого великого ученого и поэта, всякий должен заглянуть, конечно, в немецкие оригиналы. Я дальше коснусь всего нескольких тем, которые мне кажутся центральными и важными. Первое, простите, и, вероятно, основная тема – это тема соотношения природы и культуры. Но я имею в виду соотношение камня как природы и как части культуры. Пожалуй, я прежде всего упомянул бы то, как сам Навалис говорит об этом в своей незаконченной повести «Ученики в Саисе». Там есть несколько замечательных наблюдений, которые касаются понимания им древнего и извечного соотношения природы и камня. Разве что в тех изваяниях, оставшихся от того исчезнувшего времени величия рода человеческого, светится столь глубокий дух, такое необыкновенное понимание камня и покрывает чуткого наблюдателя известковой корою, которая кажется растущей внутрь. Возвышенное действует окаменяюще. Навалис любит образование от Штайн. И мы поэтому не смели изумляться возвышенному в природе и его действиям, и не знать, где его должно искать. Могла ли природа не обратиться в камень от созерцания Бога или от ужаса по поводу пришествия человека? Дальше я буду говорить о другой теме, которая важна для этого произведения Навалиса и для других его заметок и набросков. Это тема скалы и камня как участника диалога. В какой степени человек обращается к камню на «ты», говоря с ним как с собеседником, включая его в тот диалог «я и ты», который составляет основное содержание культуры, как мы знаем, из трудов философов XX века, главным образом, которые не знали Навалиса, и Навалис не знал их, и тем не менее они сошлись в этом понимании диалога с камнем. Природа и культура – это диалог, который развивается в разные времена. Мне самому кажется очень интересным то, что мы узнали из совсем новых археологических находок, сделанных в самом конце минувшего и в начале нынешнего, 21 века. Это открытие на севере Сирии и в прилежащих странах. Там не только происходят всякие бурные события, которые заставляют нас все время читать что-то об этом среди жутких новостей, но одновременно мы находим там и следы далекого замечательного прошлого. Среди этих следов едва ли не самое интересное – это та форма, в которой поклонялись обожествляемым священным камням. Оказывается, они были нужны человечеству 3500 лет назад, где-то в середине второго тысячелетия до Рождества Христа. Это была попытка сделать более современные по типу изображения изваяния богов действительно полноценно священными. А для этого
надо было поставить их или пронести мимо действительно священных природных камней. Оказывается, природа почиталась как самое главное, как основное. И нужно было вывести ценность камней, освящаемых камней, освящаемых камней для культуры. Нужно было вывести ее из соприкосновения с природой. Что было зафиксировано в большом количестве обрядов, одна из важных целей нашего исследования – это попытка истолковать эти древние обряды с точки зрения диалога человека и камня, обожествляемого камня и человека, который в каких-то случаях приближался к обожествлению. И достигалось это главным образом посредством соотнесения его со священным камнем. То есть, иначе говоря, и для науки об искусстве ваяния, для понимания скульптуры и возможности освещения скульптур важны не только документы таких культур, как египетская, где мы знаем, какой набор ритуалов использовался для этого сближения скульптуры освященного камня с камнем как явлением природы. Но мы также понимаем, что в основе этих же представлений дальше развиваются в тех древнеближневосточных религиях, которые в каком-то смысле пошли дальше египетской, потому что для Египта было важно совершить какие-то обряды, которые, скажем, делают незрячие скульптуры зрячими. А на Древнем Ближнем Востоке важно было камень, который мы выбираем для почитания в виде скульптуры, изваяния Бога, чтобы этот камень носил в себе черты, продолжающие восприятие натурального природного камня как священного. Вот это, пожалуй, первая существенная тема, которая относится к достаточно древней эпохе и в какой-то степени открылась нам совсем недавно, благодаря достижениям гуманитарной науки, археологии. Мы только начинаем с этой точки зрения понимать самые древние основы, истоки древних религий, в той мере, в какой для них важны были камни, как главные предметы почитания. Второе, о чем мне хотелось бы сказать, это роль языка и то, как Навальный понимает это, развивая свою идею диалога человека и камня. Навальный, как его современникам, друзьям, ровесникам и продолжателям, удалось понять существенность исследования древнего языка. Может быть, мы унаследовали научные результаты этого. Мы сейчас можем довольно квалифицированно объяснить студентам и аспирантам, как реконструировать древний язык, например, индоевропейский, и как с этой точки зрения посмотреть на отдельные известные нам языки. Навального интересовало не только это. Его занимал древний язык, в частности санскрит, который многократно упоминается как индусские боги в его текстах. Навальный заинтересовал санскрит как язык, на котором описывается древняя природа. Язык,
в котором это описание составляет очень важную часть. Я думаю, что мы, может быть, продолжаем только одну и не очень большую, может быть, не самую главную часть этих исследований. Потому что вообще культура из древних начинаний, из древних попыток синтетического знания обычно наследует наиболее формальную часть. Навальный замечательно это изложил в своих записях о математике, когда он говорит о том, что настоящая математика – это жизнь богов. Но ведь существует и чисто формальная математика, о которой он знал, что она отличается от этой божественной жизни в математике и в языке. Вот это умение различить древность как эпоху, когда язык еще может выражать главные основные смыслы, и последующее наше время, близкое к нашему, и наше собственное время, может быть, то, что прямо за нами следует, это время, когда больше всего исследуется абстрактный механизм языка, исследуются формы и выражения языка гораздо большей мере, чем те главные смыслы, к которым обращены религиозные ритуалы, о которых я сказал в первой части своего рассуждения, когда говорил вам о том, как искусственное воспроизведение роли священного камня обогащается благодаря его соотнесению с камнем натуральным. Вот в этом же роде для Навальдаса, для его современников, важен был древний язык, в котором они находили черты, позднее уже менее привлекавшие внимание. То есть мне хочется сказать, что при всем уважении к науке, и при том, что для всей нашей темы, конечно, наука – это самодавляющая ценность, нам хочется понять, что именно наука дает современному человеку понимание камня, минерала, кристалла и так далее. Но при этом мы должны помнить о том, что в древнем языке, таком как санскрит и как древние индоевропейские диалекты, которые потом развились в санскрит, как в этих древних языках и диалектах отражалось некоторое внутреннее понимание камня, скалы, роли камня и скалы в их соотнесении с человеком, человеческой религией, человеческой культурой. Дальше мне хочется остановиться на том, почему замечателен именно подход к камню и к эпохе священного камня у Навальдаса, как на это посмотреть с точки зрения всей концепции искусства, религии, мировоззрения, которую мы находим у Навальдаса. В том богатстве образов, которые Навальдас использует для раскрытия своей глубокой философии природы и культуры, в этом богатстве образов, те, которые соотнесены с камнем, с окаменением, мне кажется, очень важно. В этих образах Навальдас ищет, как и в других, непосредственно заимствованных из природы,
основных воплощениях некоторых духовных ценностей. Навалис ищет в них простого и понятного способа говорить на эти самые основные темы. Одна из главных особенностей Навалиса как поэта, я имею в виду и его прозу, поскольку она написана подобно его гениальным стихам. В прозе и в стихах Навалиса он ищет ясности, ищет наиболее совершенных форм изложения того необычайного восторга, которым поэт наделяет природу, и вместе с тем понимание тех негативных черт, которые связаны с человеком и с человеческой деятельностью. Обе эти стороны – радость существования, которая поневолится, составляет основу поэтического восприятия мира, и негативная сторона человеческой деятельности, не просто разрушающий камень, но разрушающий и способы продуктивно говорить о камнях, им поклоняться. Вот двуединство этих положительных и отрицательных сторон подчеркивается Навалисом. Хотя и должен оговориться, что все-таки, хотя он обращался к ночи, знаете, в его стихотворных гимнах, но все-таки для него перевешивало, конечно, первое положительное утверждение всего в природе, и в частности освещаемых и действительно священных камней. По сравнению с этим, все, что касается человеческого вмешательства, мешающего этому восторженному восприятию природы, это оказывается менее существенным, во всяком случае, в его творчестве. То есть я сказал о том, что он очень много успел, но все-таки он очень много успел именно в этой созидательной части воссоздания радостной стороны восприятия всего, включая и самые темные и неведомые части нашего бытия и небытия, которому он из-за болезни своей возлюбленной, из-за собственной болезни и приближавшейся смерти, он был близок к пониманию роли смерти в культуре и в религии, но при этом основное внимание для него по-прежнему вызывала жизнь в ее решительном утверждении положительных принципов. В этом смысле Навалис отличается от многих романтиков, которые в это же время, особенно позже, скорее заинтересовывались некоторой необычностью разного рода отрицательных поворотов в наших человеческих фантазиях, в том, как эти фантазии сопряжены с действительностью и с культурой. Навалис был чужд этому, и я скорее вижу в этом залог того, что может в будущем вернуть его в ту культуру, которая, как мы полагаем, если она изживет все те трудности, которые с тех пор и сейчас возникали и возникают перед человечеством, в этой будущей культуре будет место именно для того светлого, радостного восприятия мира, природы, жизни, на котором говорит Навалис. Итак, я перехожу к, наверное, самому основному, о чем нужно говорить и помнить на Навалисе и в связи с его взглядами на
камень на скалу, на минерал тоже, это в какой степени речь идет о некоторой единой концепции, которая объединяет научное познание и познание эстетическое. Для Навальниса это очень важно. Он много раз подчеркивал, что поэт в его понимании это одновременные ученые. Но об этом говорит и его биография. Так, кстати, для тех, кто захочет, может быть, что-то почитать о Навальнисе из хорошо написанного о нем на русском языке, я бы очень рекомендовал замечательную статью моего почти полного тезки Вячеслава Ивановича Иванова. Его статья Навальнис сейчас много раз перепечатывалась, как и другие важнейшие идеологические статьи Иванова. Иванов понял, что в Навальнисе соединяется несколько самых основных тем современности. Не касаясь каждой из этих тем, я, тем не менее, назову некоторые из них, чтобы вам было понятно, что камень и его соотношение с природой и культурой входят в целый набор некоторых основных ценностей, о которых говорит Навальнис. О каких он говорит ценностях? Он говорит о Востоке и Западе, о Европе с этой точки зрения, о том, что означает единство европейской культуры, что означает возможность активного выражения европейской культуры. Все это можно читать, вы убедитесь сами, если после Иванова обратитесь к текстам самого Навальниса. Все это можно читать, как написано просто сегодня. Да, Навальнис описывает будущее Европы, но смотрит на это глазами того человека, который знает, что будет ближе к концу 21 века. Там он видит торжество этих основных европейских ценностей. К этим ценностям человек приходит, поняв необходимость синтеза, соединения науки и искусства, соединения всего того, что мы рационально можем себе представить на основе наших многочисленных направлений успешного знания. Знается, что в этих двух томах из трех, первый том – это художественное произведение, поэтические произведения, второй и третий тома озаглавлены как философские произведения, но в них произведена некоторая предварительная классификация. Я выделю для нашего с вами специального рассмотрения раздел второго тома. Значит, второй том – это тот, в котором как раз больше всего говорится на близкие нам темы. Я выделил здесь то, что соотнесено со священным камнем, то, что представляет исключительный интерес для понимания камня как некоторого наследия первичного восприятия природы. Природа, пока она была каменной, сохраняла свою знаковую структуру. Ну, я просто для тех, кто будет, может быть, достаточно любознателен, чтобы в философских работах Навальниса искать созвучные нашей теперешней науке представления, я хотел бы сказать, что во втором томе вот этого издания «Цвайтербанд»
Das Philosophische Werk ein. Вы на страницах 108 и дальше найдете изложение знаковой структуры природы и культуры, то, что в какой-то степени предвосхищает семиотику, но знаете, в те годы и великий Гёте тоже занимался семиотикой, это была наука или преднаука того времени, но в этом сказалось и замечательное умение Навалиса находить самое новое, самое удивительно созвучное тому, о чем мы думаем в 21 веке, что начиналось в 20 веке, а сейчас привело к замечательным результатам нашего последнего времени. Я думаю, что Навалис, как мыслитель, соединивший искусство и науку, имеет несколько подобий в европейском искусстве не только того времени романтики, но и последующей эпохи, в частности, эпохи авангарда. Меня самого очень занимала идея сопоставления двух, как я их называл, гостей из будущего. Мне кажется, что Германия и Россия в равной степени могут гордиться и радоваться тому, что в их культурной истории в разное время, в эпоху романтизма в случае Навалиса и в эпоху авангарда в случае Хлебникова, можно говорить о появлении такого гостя из будущего, для которого поэзия и наука, в частности поэзия и математика, оказываются практически одной областью, которой он хочет заниматься. С этой точки зрения в этом издании Навалиса, трехтомном, я с особым интересом отношусь не только к главе кристаллографии, где описаны разные метафорические другие понимания кристалла, но мне кажется очень интересными и мысли о математическом подходе к этой стороне кристаллографии и минералогии. Там есть очень интересное замечание, которое вы найдете в этом издании среди уже опубликованных записей фрагментов Навалиса. Вы найдете замечание о том, что кристаллизация может быть понята как какое-то геометрическое представление. Я не хочу углубляться в это, но мне кажется, что было бы интересно заняться сравнением языка, который был заимствован из науки того времени, продолжающейся в современной науке. И этот язык был использован также и метафорически для понимания многих явлений человеческой жизни и человеческого духа. Вот мне с этой точки зрения кажется очень интересно не только вся терминология вокруг кристаллов, но и термин кристаллизация. Ну, прежде всего, конечно, те, кто меня слушают и хотят дальше подумать на эти сюжеты, могут сразу вспомнить о замечательном научном трактате Стендаля. Это как раз та же эпоха, но немножко позже Навалиса. Стендаль – это уже современник Наполеона, солдат Наполеона, вошедший потом в культуру. Стендаль понимает кристаллизацию как
некоторая рациональная концепция, которая ему помогает описать самые интересные стороны человеческой жизни, которые составляют предмет его основных романов. Кстати, роман – это главный жанр для Навалис. Мне крайне интересны те фрагменты, где Навалис неожиданно близок к русскому формализму. Это я говорю, учитывая именно то, что я вам предлагаю сравнить Навалиса и Хлебникова. Они сходны тем, что их математический рациональный ум ввел их прямо к поэзии. То есть для них естественные формы выражения ясного, математически ясного взгляда на природу было сочинение стихов, где эти идеи выражались. Я встречался уже в немецкой науке конца 20 века с попытками сравнения отдельных мыслей Хлебникова и Навалиса. Мне не принадлежит это сравнение во всей его полноте, да? Но мне хотелось бы сказать, что очень интересно именно соединение не просто ученого и поэта, а ученого, который много думает о математических основах, о математическом выражении того, что ему становится понятным в природе, и о том, как это вместе с тем помогает нам в поэзии, ведет к написанию тех совершенных по ясности стихов, к которым стремился автор гимнов к ночи, ну и других циклов замечательной поэзии Навалис. Таким образом, мне кажется важным, что Навалис – это не просто ученый, который становится поэтом, или поэт, который одновременно изучает много разных наук, причем изучает их в бурном темпе, спеша успеть овладеть тем, что очень трудно овладеть в короткий срок, но поражает, кроме всего прочего, сколько он успевает прочесть разных сочинений, ну хотя бы по поводу той же кристаллизации кристаллов. Он всегда знакомится с классиками соответствующей области науки, вообще соответствующей области знания и поэзии одновременно. Мне хочется остановиться немножко на проблемах, связанных с его биографией. Вы знаете, что Навалис ведь очень хотел работать в буквальном смысле, то есть иметь оплачиваемую работу, связанную с его конкретными научными и техническими интересами. И его поэтому очень занимала профессия рудокопа. Об этой профессии много написано в соответствующей главе романа Навалиса «Генрих фон Офтерпинген». Потому что для Навалиса рудокоп – это одна из тех важных профессий, где человек непосредственно находится в постоянном контакте с природой, постигает в природе то, что нужно ученому, и то, что нужно поэту. Поэтому рудокоп – это именно тот вид деятельности, от которого мы сразу идем к великой поэзии и к великой науке. Это Навалис раскрывает очень убедительно. Поэтому для него образы рудокопа – это не просто олицетворение. Он, конечно, знает, что когда он описывает такой вот идеал рудокопа, как деятеля, который нацелен на
непосредственное извлечение самого главного в той части природы, которая к нему обернута этой своей стороны. Для Навальницы Рудокоп естественная метафора поэта, естественная метафора ученого. Навальниц много занят геологией. Для него геология и ее разделы, касающиеся химии, то, что потом становится важным в науке, много позже. Геология – это существенная часть всей концепции, касающейся Земли и роли человека на Земле, человека, который должен и может воспринять радостно все то, что роднит его с мировой душой, с главными ценностями духовного бытия, а вместе с тем в этой области знаний Навальниц видит и торжество современной науки. Мне кажется, это очень важно. Я думаю, что попытки как-то разграничить науку, и особенно внутри науки, гуманитарные и естественное, математическое участие, эти попытки, в общем, относятся скорее к истории, к историографии. Нам сейчас гораздо важнее то, что связывает воедино, то, что возвращает к синтезу, к тому, о чем думал Навальниц по поводу древней культуры, древнего языка, главные черты которого мы унаследовали. В заключение мне хотелось бы сказать, что я пытаюсь вернуть наше общество, которое начинает снова обдумывать все главные черты европейской культуры, пытаюсь вернуть наше общество к самым продуктивным моментам, к которым, безусловно, относится ранний романтизм, эпоха. Не только Навальниц, но, скажем, Тихо, который нам рассказал, чем замечательно ненаписанная часть сочинения Навальниц. Знаете, я очень был все время увлечен идеей третьей вселенной Поппера, вселенной, в которой находятся еще не написанные произведения. И мне кажется, что эти записи Тихо, попытка описать, что было в ненаписанной части, последней части. Вы знаете, что основной роман Навальниса состоит из двух частей. Первая часть – это ожидание, сон на голубом цветке. А вторая часть – это воплощение. Что происходит после того, как увиденное как пророчество становится реальной жизнью героя. И вот эта часть была в большой степени недописана, и ее часть мы знаем по продолжению записанного цикла. Всем этим много и замечательно занимались наши ученые, начиная с начала 20 века. Мне самому довелось немало видеться и говорить с одним из, вероятно, самых замечательных ученых, которые в России способствовали возрождению интереса к раннему романтизму, и особенно к таким его представителям, как Навальниц. Я имею в виду Виктора Максимовича Жирмонского.
знаете, эти две книги Жермонского о немецком романтизме, о основах раннего романтизма и его развития, это, конечно, классика мировой науки, причем классика именно в том духе, который так занимал Навальный. То есть Жермонский пытается понять, каковы основы этого синтеза разных наук. Это очень важно для последующего понимания самого Жермонского, который при всех изменениях биографии, при всех трудностях, с которыми он и все его поколения столкнулись, нашел для себя пути продолжить и воплотить этот синтез. Вы знаете, что он был замечательным лингвистом, филологом, стиховедом, фольклористом, литературоведом. Много работал в каждой из этих наук и в понимании связи между ними. Оставался близким другом Ахматова. Вы знаете, что его статья о преодолевших символизм была таким манифестом не только для Ахматова, но и для других атеистов. Я хотел бы подчеркнуть, что Навальный для таких мыслителей и ученых в душе поэтов, как Жермонский, был именно тем созвучным гением, которого они с трудом находили в, казалось бы, уже тогда далеком прошлом. Поэтому то, что я пытаюсь сегодня возродить этот интерес к раннему немецкому романтизму, продолженный Жермонским, ну и целым рядом известных вам талантливых ученых, которые работали уже в наше время, близко к нам. Многие их работы часто напечатаны и перепечатаны. И таким образом, я не касаюсь совсем неведомой темы, но мне кажется, что интересно созвучие этой темы, этого замечательного гостя из будущего, созвучие вас другими, кто посетил нас, идя из будущего, и кто как бы указал нам, куда, скорее всего, ведет оптимистически понимаемый путь. Конечно, Навальный с его достаточно омраченной физической, медицинской судьбой биографии понимал и трудности, настоящие перед человеком. Но вместе с тем ни у кого мы не найдем такого пронзительного воспевания красоты и волшебности мира, как мы видим в поэзии и в прозе этого замечательного немецкого и всеевропейского романтика. Благодарю вас за внимание.